Полицейскими задержана злоумышленница, которая входила в доверие к пожилым людям и совершала хищение их имущества. Одной из жертв воровки оказалась 75-летняя жительница Черкесска. На улице к бабушке подошла незнакомая женщина и под благовидным предлогом помогла ей добраться до квартиры. Оказавшись в жилище пенсионерки, злоумышленница похитила 2 пакета с продуктами питания, кошелек с денежными средствами, мобильный телефон и золотые серьги. Через несколько дней полицейские нашли обманщицу. Ею оказалась 64-летняя ранее судимая жительница Черкесска. Женщина задержана, дала признательные показания. Похищенный телефон, изъят золотые изделия, она продала, а деньги потратила на собственные нужды. В ходе отработки поступившего сообщения нами были проведены мероприятия, направленные на установление свидетелей и очевидцев данного преступления, в результате чего нами проводилась доверительная беседа с гражданами, проживающими в районе совершения преступления. В ходе беседы одна из жительниц описала гражданку, убегавшую с пакетами в сторону улицы Даватора, в результате чего мы по описаниям заподозрили ранее неоднократно судимую жительницу города Черкесска, которая впоследствии нами была задержана и дала признательные показания. Особенностью преступлений, совершаемых подозреваемой, является то, что она входила в доверие к пожилым гражданам нашего города под любым предлогом. Перевести через дорогу, да помочь донести пакеты. После чего, воспользовалась их доверием, доверительным отношением, совершала хищение имущества и скрывалась с места преступления. Как оказалось, женщина промышляла подобным и раньше. 23 марта она обокрала 82-летнюю жительницу Черкесска. Если вы стали жертвой подобного преступления и опознали подозреваемую, правоохранители просят обратиться в ближайший пункт полиции или позвонить по телефону 02.